сделаешь так, подожди. Не, подожди, можешь сделать так вот пальцем? А что такое? Ну, просто... Мы потом вырезаем и оставляем палец. А, ну понятно. Какие правила этикета вы соблюдаете? Правила этикета — это никогда не стоять на улице просто-напросто. Даже вот я даже путешествую автостопом, приезжаю в чужой город. Самое главное — просто-напросто соблюдать чистоту и порядок. Если действительно улица чистая, она должна быть чистая в этом городе. Просто-напросто, даже напросто. Блин, правила этикета — никогда не глубить девушки и так далее. Тем более, если девушка очень симпатична. Если девушка просто-напросто тебе ничего плохого не сделала. И просто-напросто самое главное, в этикете никогда не должно быть хамства. Спасибо.